вами Берблог с миру по пиву. Мы продолжаем знакомство с вьетнамским пивом. Сегодня я в магазине опять заметил интересное для меня пиво, которое раньше, в принципе, мне не попадалось на глаза. Пиво это Биа Ханой. Отношение к Ханою, насколько я подозреваю. 4,6 градуса в нем. Не указано, лагер это или пилснер. Так, будем пробовать. А вот вкус, честно сказать, совсем даже не очень. Ощущение, что ты выпил какой-то лимонад не первой свежести. Во вкусе какой-то... Сейчас я попробую еще раз. В послевкусии картон. Какая-то бумага. Привкус неприятный. Много такого пива я бы точно не выпил. Чем-то отдаленно напоминает вот наше российское региональное пиво, где намешано очень много различных ингредиентов, которых, в принципе, в пиве быть не должно, на мой взгляд. Таких привкусов и послевкусий пиво точно иметь не должно. Вот, я против этого пива определенно. Я, конечно, его еще попробую. Может быть, просто какая-то неудачная банка, но пиво невкусное. Я даже продолжать пить его не хочу. Вот. Ну все. С вами был Роман. Мы на пляже Нячанга. Ходят замечательные, добрые, открытые, душевные вьетнамцы. Играют в футбол. И этот момент даже как-то скрашивает такое невкусное и неприятное пиво Биа Ханой. Запомните его и, наверное, не покупайте. Да, но опять же, много где не продается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.